Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале «Мир глазами пенсионерки». Я нахожусь в городе Резекне. Это Латгалия. Резекне считается сердцем Латгалии. Еще Резекне называют городом на семи холмах. Это центр Резекне. Вот я прогуляюсь по центру и покажу, какой он сейчас есть. Действительно находится на холмах. Вот видите, туда как бы спуск с горки получается, а весь центр находится на горе. Это отель Латгале. Вдали виден памятник Мара. На нем написано «Венуты Латвии». Сегодня в Резекне выпал небольшой снежок. Видите, как красиво. И сейчас мы подойдем к памятнику. Напротив памятника находится городская дума. Напротив находится православный храм. Сейчас мы к нему подойдем.
это кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Находится в городе Резекне. Рождество, 7 января 2022 года. Небольшой морозец, выпал снег. Очень красиво. Мы обошли вокруг храма. Недалеко от него находится небольшой сквер. Сейчас мы туда подойдем. Солнышко светит. Действительно, сегодня праздник. Рядом с собором находится памятник освободителям Резекне от немецко-фашистских захватчиков. Здесь увековечены имена людей, которые освобождали Резекне. Место ухоженное, красиво оформленное, ограда поставлена, большие деревья высажены. Помнят людей, которые освободили город Резекне. Рядом стоит памятник воинам, которые погибли в Афганистане. Которые были там с 1979 по 1989 год. И здесь доска с фамилиями воинов, которые погибли. Из Балве, из Даугавпилса, из Лудзе и из Резекне. Год рождения и год гибели этих парней. Вот такая сделана ограда.
вечная память героям. Этот памятник находится на улице Дарзо. Друзья, ну вот и закончилась наша поездка в Резекне. Я вам показала достопримечательности Резекне. Я очень рада была, что вы со мной погуляли по Резекне. На этом я буду заканчивать свои обзоры. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Ирина. До свидания.